Какая главная черта осетинского народа? Очень гостеприимный, очень хлебосольный народ. Мы всегда любим гостей. Почему осетины ставят на стол три пирога? Нижний пирог – стихия земли, средний пирог – стихия воды, верхний пирог – стихия солнца. Зачем представители народа строили башни? На верхнем ярусе башни всегда сидел молодой человек, который следил за обстановкой. Если он видит врага, он зажигает костер на башне. Эту информацию можно передать по всей Горной Осетии именно таким способом. Смотрите программу «Самара многонациональная» 19 июня 18:50 на телеканале «Самара ГИС».